Всем привет! У нас 7-я неделя карантина. И вы знаете, одно из самых больших наших расстройств на этом карантине – это то, что дети не могут ходить в школу. Не потому, что нам очень сложно с ними дома, хотя отчасти, да, нам очень сложно с ними дома, но и потому, что у них на самом деле очень крутые школы, и дети очень скучают. Когда у нас в прошлом году Роман заканчивал 5 класс и переходил в 6 класс, мне очень было жаль, что в 5 классе, так как мы только приехали в США, он учился в специальном классе по изучению английского языка, и в 6 класс уже шел обычный. А в 5 классе, именно для 5 классов, оставался учитель, глядя на которого я не могла поверить, даже просто встречая его где-то на школьном дворе и глядя на то, как он обращается со своими учениками, как он общается со своими учениками, что он придумывает, я поверить не могла, что такие учителя существуют. И, о чудо, получилось так, что вдруг этот самый учитель, мистер Меркуро, в этом году взял себе 6 класс. И Роману посчастливилось попасть в класс мистеру Меркуру. Вы, наверное, если смотрите мои блоги, видели какие-то отрывки, да, как мистер Меркур ведет себя с детьми. Он очень часто, допустим, когда у них идут уроки истории, он одевается в каких-то исторических персонажей и весь день проводит уроки именно в костюме этого персонажа. И даже сейчас, когда у детей дистанционное обучение из дому, и они общаются только посредством видеоконференции в Zoom, мистер Меркур, даже вот у них был урок по мифам Древней Греции, он там восседал где-то на Олимпе, в парике, в костюме древнегреческого бога. Конечно, мы очень жалеем, что у Романа этот коронавирус забрал возможность доучиться вот эту последнюю четверть, последние 3 месяца школы, доучиться в классе мистера Меркуро. И вчера нам пришло сообщение о том, что так как дети заканчивают, наши шестиклассники в этом году заканчивают elementary school, им положены дипломы. Ну, дипломы здесь называются сертификатами об окончании школы. Так вот, эти самые сертификаты, мистер Меркуро, так как у нас карантин, и мы не можем их получить в школе, мистер Меркуро взялся развестить сертификаты по домам своим ученикам. Ну и так как это очень необычный учитель, и это не просто вот для нас выйти, забрать у него там на пороге дома с соблюдением всех карантинных рекомендаций, дистанции, поведения, это не просто вот такое событие, и мы захотели сделать что-то интересное. Поэтому, во-первых, ну, у нас было мало времени. Во-первых, мы мистеру Меркуру купили маленький подарок. Когда он начинал только учебный год, он прислал со всеми детьми, прислал домой письмо, рассказывая о себе, кто он, чем он увлекается, чем он занимается, какая у него семья, какие у него хобби. И одно его из основных хобби, ну так, увлечений в жизни, это «Звездные войны». И вот, так как у нас был всего лишь вчера один день, а магазины-то в основном сейчас закрыты, вот то, что мы смогли найти, мы ему купили вот такую вот чашку, для стакан для кофе из фильма, называется, сериала «Мандалорец», да? Вот. А на вот этой вот открыточке к пакету подарочному мы написали фразу, с которой мистер Меркуро начал этот учебный год, и этой фразой у него сопровождается каждый учебный день. И вот мы написали, что Рома написал, что он всегда будет помнить, что can't never did anything. Это маленький подарочек, который мы подарим мистеру Меркуру. Ну, а так как тоже все магазины со всякими украшательными прибамбасами тоже закрыты, мы решили на гараж повесить, распечатали вот такие огромные буквы, повесить приветственное сообщение для мистера Меркуру на скотч. И благо у нас продаются в магазинах вот такие вот баллоны с гелием и с воздушными шарами. И мы хотим тоже вход в наш дом, гараж украсить воздушными шарами, чтобы ему было приятно, когда он подъедет к нашему дому. Мы не знаем, во сколько это будет, потому что уже в 9:30 он начал объезд всех детей, а в классе у нас 34 человека на минуточку. Вот, поэтому нам надо спешить и быстрее это все делать. Баллон, да? Какой легкий! Это же гелий! 5, 3, 8.
Ну, мама! Мама! Первый шарик улетел. Я надеюсь, теперь мистер Меркуро приедет к нам достаточно быстро, а не к вечеру. Эти шарики все полопаются или улетят. Все наши труды могут пойти на смарку. О, это ж Пеннивайз! Yeah, Roman, looking good, man. This is the best thing ever. This is the best. I can't even tell you how happy this makes me. Thank you for that. So good to see you guys. There he is, Roman. We are live at Roman's house. Hi, Mike. I'm going to say hi. Mike, they're all on there. I think there's like 20 of them on there. So we are live. I'll sign out and I'll be right back for you guys in just a little bit. How we doing? Fine. Hanging in there? Little note I wrote for you as well. Mm-hmm. Same thing. It's like, you know, for me, that third trimester is when everything just really takes off. It's like you get to know each other, then we have all these great things, and then third trimester just blows, and so it was such a bummer to be cut short. Yeah, we all were so disappointed. Yeah, come on in. Dima, oh. All right. Hold on, let me see if I can even get your garage in there too. There we go.